Народный артист России Эдгар Запашный бросил вызов устроительнице скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, предложив ей вместе с ним отправиться в Донецк, чтобы блогерша могла увидеть, как живут люди. «Настя, я с тобой лично готов поехать в Донецк. Это вызов. Я пишу всем твоим директорам. Распространим это сообщение», — написал Запашный в надежде на то, что светская львица услышит его обращение. Таким образом, он отреагировал на соболезнования Ивлеевой из-за обстрела ВСУ Донецка 21 января. Как и известно, блогерша опубликовала в своем телеграм-канале пост «Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — лаконично написала Ивлеева. Ранее шоумен Стас Борецкий заявил, что придумал для участников голой вечеринки наказание.